Леха чистит стены, пылесос немножко не справляется, такая запыленность. Сейчас будем проходить вот эти штробы, они уже заделаны, но сверху еще унифлотом. Немножко углубление есть. Вот эти места и плюс те места, где были маячки вертикальные, такие полосы, они еле заметные, но у них может быть тоже углубление быть там буквально до миллиметра. Унифлот сейчас это редкость, он есть, но мало. Производство Германии унифлота, ну есть заменитель. Тайфун, поклевка для заполнения швов гипсокартонных листов трещины пустот. Называется унишов. Ребята, короче, все нормально. Получается, Леша забыл почистить сам пылесос. Здесь мешок, и он практически забился полностью. Вот по этой причине столько пыли. Так не должно быть. Пыли, если есть, там, ну, минимум. Ну, вот не так, совсем не так. Вот так стены выглядят до зачистки. Смотрите, здесь и пыль после электрика, и вот эти наплывы всякие. Вот, некрасиво. И вот так оно выглядит уже после зачистки. Ровная поверхность. Нету этих выпуклостей, наплывов, ну и всего остального. Все, зачищаем всю квартиру. Потом пропылесосим все и грунтуем. И только потом уже заделываем все эти стыки. Не стыки, а штробы от маячков, от электрики, чтобы все было уровень. Здесь у нас стены будут все под покраску. Здесь у нас кухня, совмещенная с гостиной. Будет два кондиционера. Потолки уже смонтированы, это гипсокартон. Нужно будет еще их зачистить, пошпаклевать еще, зачистить, загрунтовать и покрасить. Это в конце практически. Такой вот коридор. Ну и там коридор поворачивает еще к входной двери. Санузел, раздельный туалет, ванная. Тоже плитка положена. Здесь будет шкаф. В этом месте плитку не ложили. Зафуговали, осталось еще герметиком пройти. Ну и потолки тоже здесь из гипсокартона. Ну и у нас еще есть балкон. Здесь тоже готовим все под покраску. Стены, потолок, балку вот эту, уголочки везде красивые. Вот получается у нас это гостиная. Гостиная, совмещенная с кухней. Здесь кондиционер сверху, телевизор, тумба такая, а здесь будет диван напротив. Вот это обратная сторона кухни. Вот про этот диван он говорил, напротив телевизора. Карниз. Это все из гипсокартона. Ну и так как ремонт у нас такой классический, будет везде идти потолочный плинтус по периметру. И вот еще один кондиционер. Один в гостиной, второй в спальной комнате. Ну и плюс двери. Двери массив. Тоже вот классика. Наличники. Должно быть все красиво. Поэтому, кому интересно, какая квартира. Кстати, вот напротив такой же дом. Почти такой, только поменьше чуть-чуть. И такие же квартиры будут. Смотрите. Подписывайтесь. Ну и, конечно, вы будете в курсе всех событий. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.